И к другим событиям. Подписаны изменения в меморандум о сотрудничестве между Пензенской областью и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России. В частности, в документе говорится об организации бизнес-миссий иностранных государств в Сурский край и реализации совместных инвестпроектов. Об этом стороны договорились в ходе деловой встречи, которая состоялась в Москве. Пензенская область всегда открыта для новых предложений по сотрудничеству. Мы стремимся создать комфортные условия для развития бизнеса на территории Пензенской области, предоставлять готовые площадки с инфраструктурой, предоставлять налоговые льготы и соответствующие преференции. Работать в направлении и деловой миссии в Пензенскую область. И мы также рассчитываем на реверсную миссию, которая может включать в себя как компании-экспортеры, так и компании, ищущие партнеров, ищущие соинвесторов, создание совместных предприятий. Губернатор также рассказал, что Пензенская область входит в топ-5 субъектов страны по производству кондитерских изделий и что сурские местные предприниматели заинтересованы в создании совместного предприятия по выпуску, например, бельгийского шоколада.